Эта рыбалка не для всех. По-моему, четвертая часть роликов о том, что было в предыдущих роликах, зачем они, почему размещены, для чего. Так, вот надо, написано было путешествие, надо менять. Я понимаю, что многие открывают такое название, ну, Север Карелия, ищут разговора, как я подъехал, как я разместился, как я наловил кучу рыбы. Ну, это грубо, какой я умный, а все дураки. И это размещено в YouTube. Угу. Туда, где есть дорога, там никак. Вот. Хотя это, да, 90% запроса. Это никуда можно на обыкновенной машине подъехать, стать лагерем, чтобы рядом никого не было, чтобы и рыбу половить, и фазанов, по-моему, в Южной Карелии нету. Ленинградской области еще, по-моему, тоже нету. Но есть только искусственные, разведенные, разбежались. Вот. То есть вот весь тот, казалось бы, сумбур, он как раз вот насеет кучу-кучу ответов, да, ну почему куча? Вот, значит, и подъезды, и все, вот все люди спрашивают, да, ну вот, отвечаю. Вот. И потом просто нет, ответить-то трудно, потому что люди рекламируют, что сказку, просто сам смотришь, о господи, что вроде бы объездил, неужели где-то есть закуток, такой, километров на 80 и 40 ширину, нет, так, что еще спрашивают? А что я тогда хотел ответить? Может быть, даже получилось. Так. Ну да, в названии вот, путешествие, это не то, что просто рыбалка. Это активный отдых. Это перемещение на технике. Это не вот сиди, бухай. А если даже это троллинг, то это такой... Похудеешь, воблеры менять, глубины менять, ну, переходить, это, вытаскивать спинги, менять как наживки, те же самые составники, то есть заглубители, наживка, то есть там, проверять. Ну, это труд такой монотонный, оздоравливающий, скажем так, если... Вот вы моего возраста, мне 51, и у вас лишних килограмм 25. За 8 дней килограмм 6, 9, то и 12 потерять. 12, конечно, на зимней рыбалке. Ну, как ничего делать. Так, вот еще пример разговора, да, для чего я эти ролики. Там же дальше идут уже карты, да. Вот пример... Человек говорит, почему, спрашивает у меня посетитель Топозера, почему ты раньше говорил, что вся рыба в южной части, а сейчас северная? Я говорю, ну просто когда вы спрашивали, я вас спросил, какие у вас плавсредства? Ну, надувнушки. С очень серьезными моторами. Там 15-20 лошадей. Ну, серьезно, да. А почему сейчас ты говоришь, что вот вся рыба рядом с кокосами? Я говорю, ну, то сейчас у вас какой? У нас катер 140 лошадей, да, на четверых, это круто. Я говорю, ну и правильно, вы теперь от шторма уйдете, вы можете ловить там, где глубины, где большая акватория, не скрыта островами. И вот по эхолоту рыба там вся там, и, да и ловится она вся там. Только никого я там не вижу, кроме себя. Всех стараются этот опасный участок проскочить и спрятаться среди островов. Благо их на Топозере много. Такая целая огромная акватория, закрытая островами. Сам в нее захожу, вот когда вот были старые системы, ну, топливо, то есть надо было канистры менять. Вот, дойдешь до этого острова, там штиль по любому шторму. Поменяешь бензин, и опять трехметровые волны, дальше идешь куда надо. Вот пример, что как поменялось мой рассказ, а технически подготовленный, да.
который зависит, ну, все зависит от технической подготовленности туристов. Опять же, просто что не рыбалка, это все-таки добраться надо. Вот. Плюс еще такие пространные ролики, это очень много же звонят люди, которые, как это помягче сказать, умно жадные, такие, скорее всего, даже ханыги какие-то, стаканчик предлагают налить. Только отвези до бочки форели. Наверное, подразумевает, что я не хозяин, а наймит, и они мне стаканчик, а я у хозяина с влаку катер. Ну, он же в Москве. Дебил. Вот. И отвезу их за стаканчик. Ну, таких много. Ну, чтобы их просто потом создать, грубо говоря, такую ветку рыбалки не для всех, ну, чтобы быстрее находили. Вот там вот на все вопросы ищите ответы. Ну, будьте относительно вежливым. Так, ну, что еще я хотел в предыдущих роликах рассказать? А, да, вот смотрите, как передвигаться, куда можно доехать, на чем и как. Если не полностью рассказал, ну, то хоть начал, то есть отметил дороги, куда можно, 66-й до конца доедет, на этом бампер оторвете, но тоже доберетесь на Рамники, а на Кашкае, да, тяжко будет, на руках переносить тоже будете. Ну, тоже вот как бы рассказал, показал. То есть, грубо говоря, не будучи на связи, да, я могу там смс вот можно отправить, да, а разговор не получается, связь нет. Я могу смс-ом отправить вас на вот эти ролики, и вы более-менее получите впечатление о Ловском районе, о Топозере, о секретных озерах, о Касальме. Вот, про нее пока не очень подробно. Вот. Действую по плану. Так, что там у нас с планом?